«Маэстро, не гоните беса. Я ваши ставки не пойму. Он все равно умрет от стресса или в застенках ГПО. Его ножом ударят сзади, он будет изгнан наконец. Короче, при любом раскладе он в этом мире не жилец. А вы в него вложили годы, даря и знания, и покой. Так не окупятся жарскоты. Ну объясните мне, на кой? И я, мистер, люблю поэта. Но все обдумал не спеша, но мастера в стране советов я бы не поставил ни гроша.